озвучено проектом HSP Wall Soys. Приятного прослушивания. Не-не-не-не-не, я не стану этого делать. Магия для меня закрытая тема. Я даже лишний раз свой дом обезопасить брезгую. Да ладно, боишься ручки замарать. Она справится? Должен сказать, она в некоторой степени сильнее даже Азалии. Оливере не составит труда поддерживать барьер, пока вы будете находиться в квартире. Вовчик, как тебе не стыдно говорить такое, когда здесь сижу я? Простите, но это правда. Оливера давно не практиковалась, но если вы вернете позаимствованный фолиант, у нее все получится. Ну, ты не уточняла, как долго он может быть у меня, так ведь? Ага, повзаимствованный на 10 лет. Простите Азалию, пожалуйста, у нее сложный период в жизни. Ха-ха, позднее взросление. Разумеется, всем нам было трудно. Я бы на вашем месте поторопился, Оливера, пока Дмитрию можно помочь. Это необычная смерть, и вы это чувствуете, не так ли? А? И пожалуйста, уделите приему пищи должное внимание, иначе до язвы желудка недалеко. А, ну ладно. Вот твоя княженция. Не боись, про бабки нифигашечки не скажу. Не будем травмировать ее и без того больное сердце. И не нужно, она сама все скоро узнает. Так, ясновидящий, а ну-ка вали провожать гостей и бегом барьер латать. Вот достали со своими духами. Припрутся, а потом подтирай за ними. Что ж, обеспечил ты мне приключений. Спасибо, Димка. Почему ты не пользуешься магией? Это же так круто! Передвигать предметы с помощью мысли и заваривать чай одним щелчком пальцев. Ты что, фильмов пересмотрел? Это, конечно, возможно, но... Помимо всего этого, нужно нести ответственность за то, что делаешь. Хм, а твоя сестра, она, по-твоему, несет ответственность? Пусть она кажется легкомысленной, но да, она несет ответственность. Ха-ха, смешно пошутил. Тогда я Сусанин, и нам налево. Снотворец. Глава 6. Ведьмина обитель. Озвучка HSP Wall Soys.